Приветствую всех, сегодня я хотел бы вам рассказать немного о турнире Romance, который сейчас проходит в игре Black Desert Mobile, международный турнир по арене Romance. Итак, некоторая информация по турниру. В турнире изначально участвуют 64 команды от каждого региона. Romance Arenas — это противостояние 3 против 3 на особой площадке, где нужно использовать тактику, расположение различных объектов, получать очки за уничтожение и также уничтожать противников. Выигрывают команды, которые в конце времени набирают больше всего очков. Касательно этого турнира. Турнир длится с февраля по март. Последние два, получается, составляющие турнира — это полуфиналы, и финалы будут транслироваться в прямом эфире на каналах официальных компаний игры. Дополнительно к этому участвуют 64 команды. Первый раунд — это 1/32 получается. И также 1/16 финала. У нас были условия участия: первые две победы из трех. Дальше у нас раунд был 16, это 1/8 и 1/4. Первые три победы из пяти. И финал — это у нас, точнее, здесь даже начинается от 1/8 до полуфинала включительно. То есть первые три победы из пяти, которые команда совершает, команда выигрывает. И финал у нас такой более растянутый вариант. Это первые четыре победы из семи, соответственно, та команда и побеждает. Также дополнение к этому будет разыгран матч за третье и за четвертое место. Разыграно это будет все в тот же день, когда будет полуфинал и финал разыгрываться. Дополнительно к этому всем участникам, кто проходит, получается, до одной, до полуфинала, до 1/4 включительно, тоже участвовал, получают различные награды. Пятое, восьмое место — это, получается, 1/4 финала, как раз это 1000 монет, 1000 жемчуга и уникальный титул. Те, кто занимает третье, четвертое, третье, второе место, добавляется у нас вот такой вот питомец, и награда увеличивается пропорционально месту по награде черного жемчуга. За первое место участники получают 20 тысяч жемчуга, уникальный титул и также вот этого уникального питомца. Каждый участник на, вот, получается, арены, то есть три команды состоят из трех человек, каждый из них получает этот приз. Дополнительно к информации, которая здесь вот предоставлена, по заключениям будут проводиться также дополнительные комментарии, да, от разработчиков касательно вот этого вот события. Комментарии также будут проводиться на стримах, которые, напоминаю, у нас будет стрим официально от полуфинала до финала. То есть 4 матча, 3 или 4 матча, по идее, будут официальные стримы от разработчиков. Следующее — это касательно мировой турнира Romance. Это касательно текущего ивента, который у нас проходит в игре. Стартовал этот ивент как раз вот в эти техработы. Он дает возможность выбрать команду, выбрать специальный промокод, ввести его в окне, сейчас покажу где, и получить гарантированную награду за регистрацию купона. Купоны можно зарегистрировать одну команду на один регион, то есть всего можно зарегистрировать 3 купона. Выбрать здесь одну команду, в Америке регионе выбрать здесь одну команду, в Европе, и выбрать в Азии одну команду. Тут вне зависимости от текущего сервера, на котором вы играете. То есть на одну семью, на одном регионе можно ввести 3 кода. Гарантированно получаете сундучок такой, в котором один пет первого грейда рандомный, и также по 500 монет шикоту. То есть всего за регистрацию 3 кодов можно получить 3 сундука петов и также 1500 монет шикоту. Далее, если вы успешно предугадали одну из команд, которая победит на турнире, вы получаете по 200 жемчуга за каждый выигрышный вариант. По командам. Команды сейчас определились. Сегодня как раз 13 марта. Вот у нас команды для того, чтобы выбрать код
который приписан к определенным командам, и вести его, получить награду. Определились у нас участники, определились у нас возможные победители. Из Америки, зачем я следил, это вот эти вот две сильные команды, то есть первый промокод и второй промокод. Наверное, все-таки я склоняюсь к второй команде, которая выиграет на турнире Америки, но это мое мнение, то есть оно может отличаться от вашего. Далее у нас Европа. На Европе у меня тут только одно, наверное, пожалуй, предположение. Это, скорее всего, вот первая команда. Она достаточно сильная, и она сможет выйти в финал. И что касательно Азии, я, к сожалению, не изучал азиатские сервера, но, подумав, решил все-таки выбрать первый вариант тоже, как вариант для возможного выигрыша в финале. Соответственно, как эти коды работают, куда их вводить и что делать? На страничке вот это gameworldblackdesertm.com купон, я оставлю эту ссылку в описании. Вот здесь можно ввести вот эти вот специальные купоны, можно их назвать, да, которые подписаны к определенной команде, выделить их. Дальше, как это вводится? Выбираем регион, на котором вы играете конкретно, ваш персонаж, то есть не связано с турниром, вот это вот, это связано с вашим персонажем. На каком сервере играете, вводим сюда фамилию, нажимаем проверить и вводим купон, соответственно, который мы скопировали из, вот, например, вот этой вот вкладки. Опять же, все ссылки я оставлю в описании. Регистрируем 3 купона, получаем гарантированные подарки, о которых говорили. И касательно жемчуга, вы его получите в случае правильного угадывания вариантов соперников, кто победит после окончания турнира. Турнир у нас стартует в разном регионе, подписан по-разному. Ориентировочно это 19 марта, но местами он подписан 20 марта. Если верить последним данным, которые вот были выложены сегодня, то у нас турнир стартует 19 марта. По Москве это выходит в 15 часов. То есть обычно турнир стартует в пятницу. Возможно, это опечатка в текущем параметре, в текущем новости. Я буду следить за этим. Если какие-то будут изменения, я обязательно об этом сообщу. Но пока выходит у нас четверг, 19 марта, в начало в 3 часа по Москве у нас стартуют полуфиналы. Потом через часик стартует матч за третье место и финал сразу же за этим через 30 минут. То есть 16 часов стартует за третье место и в 16:30 по Москве стартует уже финал среди вот этих команд, кто выигрывает. Соответственно, также относится и к другим регионам. Эти официальные матчи можно посмотреть по ссылкам Twitch или YouTube. Эти ссылки я оставлю в описании. Официальные каналы разработчиков. По ним можно будет отслеживать в прямом эфире с комментариями разработчика вот эти вот турниры, которые будут проводиться в эти дни. По дню старта я уточню более подробно, чтобы не было никаких ошибок уже в момент начала турнира. На этом все. Надеюсь, данная информация для вас была полезна. Голосуйте за выбранную вами команду. Регистрируйте купоны здесь. Посмотреть вы можете ваши команды, за которые вы хотите голосовать, в этой новости. Ссылочку я оставлю в описании. И надеюсь, вы угадаете и получите свой жемчуг. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.